Не знаю, какая-то хоррор-игра крутая, раз ее Куплинов играл, значит, она достойна внимания. Ура, не Грэнни! Связь с субъектом была сделана. Сканирую биометрические параметры. Закончилась связка. Так. Нажми кнопку мыши 1, чтобы взаимодействовать. Подготовь окружение. Секция 1 была активирована. Авторизация связанных объектов. Подготовка завершена. О, красивая игра, ребят. Так, глаза смотрят. Ага, понял, здесь еще можно шкафы открывать. Это что за херня? Палата как... Так. Какая-то коробка может быть открыта ножом. В теории, то есть можно найти здесь нож, да? Ну ладно, в комнате нельзя больше ничего делать. Давайте выйдем отсюда. Во. Открыли опять комнату. Здесь свет включили. Здесь закрыто. Это открыть нельзя. Часы. Часы без батарейки. Окей. Это дверь какая-то выдвижная. Кто-то ел кровь. Или мясо. Такс. Какая-то фигня без выключателя. Что случилось? Блин, забыл уже как пугаться. Давно не играл в хоррор. Ряд книг с пропуском для одной книжки. Я отказываюсь брать трубку. Че? А, это не трубка, это в домофон звонили мне. Блять! Не работает. И что делать? Электрический щит. Блять, забыл, ребят, два уже. А! Как играть забыл вообще, прикинь? Кто зашел в комнату? Стиральная машина это. А, это стиральная машина, которая требует предмета. Блять, и чтобы открыть его. Здорово, я на матрасе. Опять глаз. Полотенчика. О, light switch, я знаю, куда его вставить. Ага, блять, это кухня с кровью на сковородках, миксер, блендер. О! Книжка. А я знаю, куда книжку вставить, чуваки. Здесь больше ничего нету. Окна непонятно что. Два. Что два? Средняя оценка в школе? Блять, а зачем выключать свет так, а? Агрессивно. Я ставил картинку. Летом стримы будут или каникулы? Конечно будут, ты чё? Каникулы у тебя в школе, чтобы ты на стримы почаще заходил. Так, комната какая-то. Так, сканер отпечатков пальцев, странно. О, острый предмет, им можно открыть коробку. Им можно открыть коробку в начале самом. Блять!
Не страшно нихуя. Сейчас дверь закроемся. Кто тут, блядь, балуется, а, суки? Открывай! Пульт в коробке лежит, прикинь? Пульт в коробке, а потом спрашивают, где пульт? Так, здесь у нас код написан, ребят, здесь написан Tetris на C++. Не спрашивайте программиста, я все знаю, чуваки. Ладно, не обессудьте тоже, да, за знание. Я сейчас не закричу ни разу. Это вздох, а не крик, понял? А как мне определить, где телевизор? Я хочу на это смотреть! Proto specimen has been released into section 1. Increased threat level of subject. Фото доказательства были включены, увеличить уровень угрозы, говорят. Иди нахуй. Я все увеличу. Он в тубзике, ребят. Диппинс, ты же норм мужик, ты чего? Брат, я вообще норм мужик на самом деле. Ну просто... Во-первых, это страшная игра, понимаешь? Во-вторых, я один в квартире. Ты представь, вот представь... давайте поговорим немножко, отвлечемся немножко от игры, да? Представь, вот ты живешь, любишь игры играть, да, вся фигня, и потом ты переезжаешь, ты один в квартире в целой, и ты думал, все, тебе уже ничего не страшно, но ты один в целой квартире двухкомнатной, нахуй. И, ну вот, у меня сейчас чисто в теории под кроватью может поебень быть, понимаешь? Тут, да, тут хоть ты трехметровый в ширину, в высоту мужик, бля, понял? С татуировками, с бородой. Все равно страшно. Особенно скримеров. А скримера не хочу ловить. А когда скример не хочешь ловить, ты вот так вот сидишь, понял? Вот так не хочешь же и ловить. Кто смыл? Сука. Кто купается, а? А. Мужик, ты чё спишь? Да я не боюсь, блядь. А чего ключ? Чё, здесь кто-то спал? Страшно не было, было просто неожиданно. Ребята, а чего ключ, помните кто-нибудь? Антенна. Сука, как ты налево пробежал? Не могу, ребят, нажать. Прикинь. Смотри, картинка страшная. Твою мать. Бля, как страшно. Ну, в теории было бы, если бы я боялся. Надо понять, от чего ключ.
А нахуй ты постукиваешь-то? Ключ от двери. Не. Так, с антенна. Ключ я нашел в ванной. Два. Это ни хрена мне не дает. Так, ну он побежал туда налево, значит мы тоже пойдем налево, да? Немножко. Блять. Не, ребят. О, прикинь, нашел что-то. Убери, убери. Ну, сука, кто руки в ящики сует? Что за игра? Subject, guys, subject. А что я взял? А, братва? А, один взял. Ебать, во два нефора реально. Голых. Иди нахуй. Так. Че тут? О, бля, ты бегаешь здесь. А? А ну-ка. Бля, этот прикумарился, да, чуть-чуть? А ну вставай. А, смотри, ноль. Ноль. Два. Два. Два, пропуск, ноль два. Два, один, ноль два. Это чё? Вы что, нефры, а? Вы нефры. Нужен Valve. Это называется крутилка такая, ребят. А где мне Valve найти? Братан, вообще не думаю ничего плохого. Радиоантенна. Ну что ты пугаешься? Ты же стример, ты не должен пугаться всяких мужиков в ванной. Максимум должен бояться бана. Понял? Понял? Понял, извини, пап. Выключи. Ай, блядь, блядь, чел, ты вообще тупой, ебанутый. Стоит, сука, смотрит. Блин, мурашки. Успели увидеть? Это чё? Я не испугался. Бля, он пропал.
А, блядь, думал, я думаю, что ты сзади. Пиздец, каламбур, да? Думал, я думаю, что ты сзади. Нужен красный кабель. Убегай, давай, ты шир. Нахуя здесь бег появился, ребят? Ребят, мне очень страшно, не могу играть. Я не боялся ни капли. Скульптура с оторванной головой. Нужен красный кабель. Спасибо, чат. Мы вместе сила, ебаный в рот. Ты нахуй появился? Ты появился и исчез. Ты можешь... Тебе знакомо слово этикет, приличие, прелюдии? Ну, одно и то же почти. И нахуя ты так поступаешь? Так, нужно топливо. Умри, пока ты еще можешь. А потом что? Брейкер. Я взял брейкер. Я не буду даже смотреть, бля. Как вы меня заебали? Страха нет. О. Оно здесь. Что оно? Я не хочу бегать в этой игре. Слышите? Там сидит. Там сидит Волан-де-Морт. Ты Нефор. Ты Нефор, и ты сидишь. Кто? Что? Просто сидишь, блядь, что ли?
А что ты делаешь? Так, какой-то мейнкор фрагмент, бля, нужен. Нихуя. Чел стоит, прикинь. Свет пропал. Кто? Извиняюсь. А сейчас буду убегать. Бро, что он делает? Он кукинг. Твою мать, а, бежит, делай. Закрылась. Все спокойно, атмосфера. So hungry. Так, clock battery. Батарея часов. Я знаю, куда ее принести. Эти толпы. Я не хочу в темноте идти. Это, конечно, романтично, но я отказываюсь. Ладно, похуй, давай. Блять. Опа. Get it out. Get it out. Get it out of my head. Убери это из моей головы, говорит. Ты не знаешь, что такое этикет, тварь, мразь. Манда. Ёб твою мать, встанешь, блядь, знаешь, что будет? У меня два глаза, я, бля, и тебя вижу дверь. Не могу смотреть одновременно в два стороны. Нахуя человеку туда два глаза, если он не может смотреть две стороны одновременно? Сука, это рудимент. Глаза должны быть... Зачем вообще? Статуя. Ай-яй-яй, что он делает? Ай-яй-яй, ребят. Что же? Сразу начал, смотри, не сри шефты машины, ничего. Все, долбаш. Давай, смотри, я сейчас статую в честь тебя поставлю голову. Мне не страшно. И мне не страшно. Ты сука. Мне похрен. Я есть не страшно. О, бля. Все равно. Да возьмись. Ага, сука ты. Я ж как флэш, блядь, делал. Ааа!
Нихуя я мексиканец. Secondary checkpoint imminent. Facilitate operation of section 3. Что-то пизданул там на английском. Левер. У меня есть левер. Не, ну зачем? Левер. Вы что тут забыли, а? The end is near. Конец близок. Это непонятно что. Он сказал, что мы достигли вторую точку чекпоинт. Поняли? Налево не ходим. Вы что смотрите, парни? А, блять, волосы. Ну, я тут был, и мед я пил. Ты что он делает? А? Встал. Давай, блядь. Это весь страх. Мегапон. Что делать-то, лохи? Вау, это глаз, блядь! Что, забрать его? Глаз робота. Пиздец. Здорово, парни. Что вы делаете? Ага. Один, два, три. Один, два, три. О, ручка. Что мне с ней делать? А вы не... А, Palm Scanner, помните? Там было. Мне похуй, похуй. Мне похуй, похуй. Ой, блядь, я потерялся. Смотри, рука. Конец программы близок. Ключ-карта. Я знаю, где ее ставить. Сука. А зачем так поступаешь? Что этот бро творит? Mainframe процессор юнит. Checkpoint complete. Processor unit has been obtained from previous cycle subject. Prepare section 4 event. Бро пропал. А я не помню, куда мне вставлять эту хуйню. Он глаз открыл, что ли? Вот этот. Слышь? Он смотрит? Ты чё, лысый? Ох ты, свет пропал и появился. Protocol 9.
complete. All objectives cleared. Open evaluation chamber. Мы выиграли? Что стало? Бро, это Лаз смотрит на нас. Бро. Что это за свет? Subject X2102 has entered the evaluation chamber. Proceed with protocol 9 evaluation. Глаза. Calculate result of experiment cycle 13. Assessment. Subject has completed the route of test environment 1 without... Мы завершили уровень 1. Analyze properties of subject within human database 5. И что-то там дата-база 5. Никаких у нас суперспособностей не выявлено. Subject did not demonstrate desired response improvements to threat or fear stimuli. Competence remained regular. Это Roblox, да, новый режим. Conclusion. Human modification type 743 failed to enhance subject performance. Agreed. Evaluation complete. Prepare protocol 9 test facility for next sequence. Subject has fulfilled the purpose of its existence. Ну что ты мне разговариваешь? Ты мне скажи, я прошел или нет? Reconsideration. Subject is suitable as a specimen for experimental neurocolony. Спекимен. О, ребят, спекимен, смотри. Subject will be transferred to X67P. Disconnect head of subject and prepare for transport. Надо отсоединить голову объекта и приготовить для транспортировки. Нихуя. Тут что-то про спекимена отсылка была, ребят. Сколько голов? Это я в середине, да? Обидно. Спасибо, Спешл, спасибо, да-да-да-да-да-да, Epic Games, туда-сюда. Бля, классно, хорошая игра. Хорошая хоррор-игра, товарищи. Хорошая хоррор-игра.